с вами интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре набор комбинированных клещей трещоточных от компании «Алоид». Код товара НК-2081-11. Набор состоит из 11 ключей. Трещотки здесь идут на 72 зуба. Поставляется набор в пластиковом держателе. Такой держатель, он довольно-таки хорошего качества. Есть также отверстие для того, чтобы можно было повесить на стену, то есть в гараже. Ключи на 72 зуба, материал изготовления хром-ванадиевая сталь, сверху идет защитное покрытие глянцевое. Да, оно оставляет маркой, оставляет следы даже вот от пальцев, но в чем плюс такого покрытия, то что вы тряпкой вытираете, и они опять у вас как новые, в отличие от матового, потому что матового все равно остаются следы потом. Надпись на ключах хром-ванадий, логотип Алоид, ну и размер ключа, в данном случае 19 мм. Реверса в данных ключах нету, то есть флажка переключения. Если вам нужно переставить, допустим, крутить право-влево, вы просто перекидываете ключ. Это также обозначено на ключах, вот стрелочка. Есть то, что нужно перекидывать ключ при работе. Размеры кейса. Длина составляет его 34 см, ширина 20, вес самого набора 1469 грамм. По размерам ключей, которые идут в наборе. Здесь у нас 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ну и немного о фирме Алоид. Фирма сама украинская, но завод по производству инструмента находится в Китае. Инструмент полупрофессионального качества. Хотя вот такие наборы у нас очень часто берут на СТО, автосервисы и предприятия. И хорошие отзывы о них. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, получайте скидки на нашем сайте. До свидания.